В столице Золотого кольца создан фильм о ярославских модельерах. Инициатором стала Людмила Жукова, организатор и участница конкурсов моды. С 1995 по 2005 в Иванове ежегодно проходил текстильный салон, на котором российские модельеры показывали свои коллекции. У Людмилы Сергеевны накопилось 19 кассет. Эти видеоматериалы стали основой фильма. В Ивановском текстильном салоне участвовали 28 ярославцев. За 10 лет были созданы 76 коллекций. Получилась история легкой промышленности и культуры одежды рубежа веков. Свой фильм Людмила Жукова посвятила памяти близкого друга Вячеслава Зайцева. Чем интересен этот фильм? Он интересен тем, что является хорошим пособием для учащихся колледжей, вузов, техникумов, школ, которые занимаются вот швейным искусством. С той поры прошло уже почти три десятка лет. Тогда у истоков конкурса стояли не только «Красный Диор», как называют Славу Зайцева, но и «Космическая леди» Валентина Терешкова, а также Ивановский клуб «Деловая женщина». В этой работе участвовали и руководители городов. Все это помогло возродить текстильную отрасль, увеличить количество авторских ателье, домов моды. А в Ярославле появилась целая плеяда талантливых модельеров. Свои произведения они показывали в столице области на Кубке мэра и демонстрировали коллекции в Москве у Вячеслава Зайцева.